Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Мы сегодня поговорим про ивенты, которых очень много навалилось и в которых просто черт ногу сломает. Ну, возможно, вот я сделал график ивентов, потому что я понял, во сколько и когда какой ивент, их просто очень дохрена. Их просто все невозможно запомнить. Сейчас я покажу вот график. Нажмите на паузу и заскриньте его просто. Так как это видео выйдет сегодня вечером в субботу, то есть 2 апреля, то в воскресенье еще будет активный ивент «Золотая телега». Появляются, короче, 3 телеги. В каждых телегах разный тип товаров. Телеги появляются в 3 городах. 20-45. Просто открываете карту и видите эти 3 телеги, и на них можно тэпнуться. В этих 3 телегах разные типы товаров. Из того, что я купил, это проклятая точка на оружие и броню, и блэс точка на бижутерию, что очень прикольно. Но там очень много нужно адены. Хотел записать короткое видео, там просто кинуть схему эту. Если кто-то мне подскажет, может, есть такая схема по ивентам, чтоб я не занимался сугубо херню, пожалуйста, напишите в комментах. Большая голова, отрицательный эффект, плюс 3 точности, плюс 3 защиты. Но эффект длился ровно сутки 1 апреля. Особые подарки высылаются по почте в 11:00. Время хранения подарков только 4 часа. Это свитки, проклятие, увеличение или уменьшение большой головы. Также можно сделать свитки за Адену 10 штук в день в создании ивент. Большая честь. Высылается на почту зелье развития 10%, заряд души, заряд духов и т.д. Храниться будет на почте 4 часа, после чего пропадает, так что не пропусти. Золотая свинья. С понедельника по субботу вам один раз нужно ударить свинюшку, чтобы получить плюшки. Также с нее падает блестящий сундук и свиной сундук с сокровищами, с которых можно получить камень жизни, камень души, руна духов, кристаллы и т.д. Нападение серых рыцарей будут появляться перед замком Геран. С них будут выпадать сундуки, с которых падает реликвия энергии, адена, заряд души и т.д. Но из-за злобных кланов, агрессоров, Леона 02, где я играю, тебе не дадут пофармить. Удивительный магазин. Он находится в городах. Можно приобрести свитки лжи и правды, 2 штуки. Один из которых только 60 уровня. С этих свитков можно получить до 20к виталки. Я вообще создавал это видео, ну, ради только графика. Но если есть такой график, пожалуйста, скиньте, еще раз прошу. Если вам понравилось это видео, подписывайся на канал, ставь лайкосик. Мне будет очень приятно. И, пожалуйста, напишите в комментах, что бы вы хотели видеть на канале, чтобы я мог развиваться хоть как-то, чтобы я мог стремиться к чему-то. Потому что мне хочется играть и в SCUM, и в LA 2, в Warzone, в World of Tanks. Мне хочется играть просто во все. Пожалуйста, напиши, если ты мой подписчик. Я обращаюсь к 3 подписчикам, которые меня смотрят, что ты бы хотел больше видеть на канале. Всем спасибо.